В Волгограде находятся студенты и абитуриенты из немецкого города побратима Хемница. Молодые люди знакомятся с особенностями российского образования и посещают крупные городские предприятия. А сегодня гостей из Германии принимал у себя глава областного центра. Все подробности у Анжелики Антипиной. Представители этой делегации получают в Германии рабочие специальности. В Волгограде их принимает колледж управления и новых технологий. В прошлом году за зарубежным опытом в Хемниц ездили волгоградские студенты, где познакомились, например, с производством автомобилей. В программе ответного визита молодых немцев была также Астрахань. А в Волгограде они посетили предприятие «Волгограднефтемаш» и «Конфил», где можно было увидеть весь процесс производства конфет и зефира. Причем у поездки была не только познавательная часть. Для нас, для участников группы, для молодежи была и возможность побывать на пляже и отдохнуть, и такая познавательная поездка окрасилась таким хорошим тоном отпуска. И мы остались очень довольны, самые положительные впечатления. Но главный смысл таких визитов все же в повышении престижа рабочих специальностей. Ведь в последнее время в России высшее образование пользуется куда большей популярностью, чем среднетехническое. В этом отношении контакты, тем более с такой страной, как Германия, очень развитой промышленной страной, конечно, нам очень полезной. Мне очень радостно осознавать, что молодежь все-таки, вот она стремится к тому, чтобы получить вот именно такое образование. И хорошо, что мы начали понимать, что это действительно основа. Гости, кстати, еще не успели познакомиться с историческими местами Волгограда. И глава города Валерий Васильков вызвался показать им площадь, названную в честь города Хемница, откуда они и приехали. Анжелика Антипина, Александр Шишин, телекомпания «Ахтуба».